если бы у меня появился неожиданно 1 миллион рублей, я бы его потратил на полет на Луну. Там ведь прикольно, там нет народа, никто не видит, со своей любимой девушкой. Если бы у меня был 1 миллион рублей лишний, ну, который как бы мне, в принципе, никуда бы сейчас в данный момент не пригодился, но я думаю, что да, помог бы своим друзьям, решил бы многие их проблемы, родственникам бы помог, близким. Если бы у меня был 1 миллион рублей, я бы для начала закончил учиться, вот, сдал бы на права, купил себе машину, вот, наверное, этот миллион полностью ушел бы на новую машину. Если бы у меня было 1 миллион рублей, я бы купила много-много животных, потому что я их очень люблю. Лошадей, кошечек, собачек. Я бы купила целый питомник. Если бы у меня появился 1 миллион рублей, я бы потратила бы на квартиру, на машину, на одежду, на золото. Ну, на всякие-всякие духи, косметики, нижнего белья красивого. Вот. Ну и потратила бы еще своим племянникам, купила много игрушек.